большой запас у команды «Ленинградец». И вот такой большой момент у команды «Ленинградец». 1-0. И вот здесь уже без офсайда отскок подкараулил Маркин, по-моему. И кому-то помахал на трибуне. Ну и празднует Маркин первый забитый мяч в новой команде. Тренер не особо крикливый, да, не вынуждающий своих футболистов находиться под давлением. И за это они отвечают ему вторым голом в ворота «Луки Энергии». И этот дубль Михаила Маркина. Поздравляем Маркина вдвойне. Если учитывать его, так скажем, семейный статус, то и втройне, наверное. Навес штрафной, такой низкий летящий мяч. Прострел, заметался он по вратарской. Эх, Маркин, ну давай третий, есть, хет-трик. Ну браво, просто восхитительно врывается в вторую лигу Маркин. Забивает столько же, сколько он забил за весь прошлый сезон в составе Кубани.